14 сентября представители отдела экономики и муниципального контроля администрации Каспийска совместно с представителями налоговой инспекции провели рейдовые мероприятия по торговым точкам на городском рынке. Поводом для проверки послужили обращения граждан. Товар продавцов, который размещен на муниципальной земле, загораживает пеший проход. Административная комиссия проводит рейдовые мероприятия по неформальным точкам торговли. Мы обошли 8 точек. Торговых точек. У всех были документы, зарегистрированы ИП и выписан один протокол по статье 14.1. Специалисты разъяснили предпринимателям все нормативы, а также проверили необходимые документы. Стоит отметить, что подобные рейды проходят в городе каждый четверг.